Такие, вот такие и такие фото заполонили Благовещенскую благосферу. Снег шел несколько суток. Подсчет тематических снимков в Инстаграм рискует стать настоящей пыткой. Мы тоже рады смене сезонов, но кто-нибудь, пожалуйста, объясните нам в соцсетях, почему рядовой благовещенец, наблюдающий ледяное крошево несколько месяцев в году, при первом его появлении готов поступить вот подобным образом. Это видео из интернета, следующее будет самого что ни на есть благовещенского разлива. Кадры с камер слежения супермаркета на Лазо лучше смотреть под соответствующее музыкальное сопровождение. Ёкнуло сердце, ёкнуло? Тогда вы, наверное, приезжий. Амурская столица не попала в рейтинг самых пьющих городов. Россиянам задавали 3 вопроса. Вы употребляете алкоголь? А как часто вы употребляете алкоголь? А сегодня вы употребляли алкоголь? Или планируете? Общая выборка составила 3250 интервью. Итог любопытен. 23 место занял Владивосток, Хабаровск 9. В топе Пермь, Ханты-Мансийск и Саратов. Зато Приамурье вошло в десятку регионов с высоким индексом любви. Он учитывает эмоциональное состояние пользователей соцсетей в России. Специалисты подсчитали, в каких регионах жители чаще публикуют посты с выражениями «я люблю», «обожаю», «без ума», «счастлив» и другие. Самые любвеобильные люди, оказалось, живут в Калмыкии. Им немного уступает Краснодарский край, Мордовия, Алтай и Амурская область. А любви к братьям нашим меньшим, в рамках более высоких отношений, чем вы сейчас видите. Главврач горбольницы снял поющую собаку. Сергей Петрухин побывал на берегу реки Деп в 180 километрах от города Зеи. Провел часть отпуска без связи с цивилизацией. Насладился северными красотами настолько, что написал очерк. Идиллическая картина сказки дополняется торжествующей тишиной осеннего леса. Наряду с явственно ощущаемым хрустом работы суставов, предательски выдающим телодвижение, слышно в этой тишине, как отдельные пожухлые листья под влиянием легкого дуновения ветра замысловато кружат в безмолвном танце и мягко парашютируют на толстый разнолоскутный цветной ковер, сотканный из ранее опавшей листвы. Ну красота! Но мы сократили. О, подруга моя ночная. А на Амурском ГПЗ раскормили лису. Животные выпрашивают у работников котлетки, печеньки, конфетки. Я ей больше отдаю, чем ем сам. Мясистая, а была худющая, пояснил автор видео. Александр Козлов взял под опеку совенка. В шоке только пернатый. Подписчики аккаунта главы Минвосток развития таким поступком не удивлены. Теперь придумывают жителю эколого-биологического центра имена. Восток, Давос или Амур. Но есть в Приамурье птицы, которых хочется совсем иначе назвать. Дятлы разбивают объективы камер заповедников. Уже повредили 10% всего оборудования. Зачем, доподлинно неизвестно. Может, просто настроение? Сердце в огне, кто не понял, это мы Рамштайн переводим, должно быть у Ксении Собчак. Компания Samsung пытается отсудить у нее 1 600 000 долларов. Медиаперсона является официальным лицом фирмы в России и должна пользоваться исключительно ее продуктом, а не яблочком. А вот мы сейчас начнем, я его спрячу и можно. Спрятать не вышло. Samsung требует через суд кругленькую сумму в аккурат в размере амбассадорского гонорара Собчак плюс компенсация ущерба, нанесенного бренду. Эх, Ксения, они уже засудили солиста Maroon 5 и одного очень известного теннисиста.